Приготовить настоящую итальянскую пиццу накануне смогли воспитанники первого интерната. На уроках по социально-бытовой ориентации, которые существуют в учреждении, ребята учатся готовить сами. Меню только простейшие блюда – каши и яичница. О формате осенней недели добра создавать свой кулинарный шедевр детям и их наставникам довелось впервые. Провести мастер-класс вызвалось одно из предприятий быстрого питания. Это так здорово! Такой замечательный мастер-класс организованный. То есть он детям пригодится в дальнейшей жизни. Они столько много, мне кажется, узнали. И потом попробовать то, что ты сделал собственными руками, это столько эмоций. Мы приглашаем детей в наше заведение, которым преподается мастер-класс по изготовлению кулинарных изделий. Суть состоит в том, чтобы дети научились или примерно было видение, как приготовить какие-то блюда. Все. И потом все вместе мы коллективно пьем чай. Ну, по крайней мере, это даже как-то профориентирует детей на выбор будущей профессии. Всем ребятам, которые приняли участие в мастер-классе, организаторы школы «Мастер-шеф» вручили символические сертификаты об окончании курса приготовления пиццы. Неделя добра в Ангарском городском округе продолжается, и любая организация может внести свой вклад в копилку тепла и внимания к детям.